кофе, 2 ложки сахара, яичница, 1 яйцо, сосиска, немного кетчупа, лук. Лук хороший и жареный. Лука в районе 15-20 грамм. И ужин. Гречка по-купечески с грибами и мясом. 3 столовые ложки. Здесь у нас морковка корейская, 45 грамм. И перец остренький. Вот такой вот ужин. Ну, вот и подошел сегодняшний день к концу. Но есть положительные сдвиги. За 5-й день, сегодня идет 5-й день такой небольшой диеты. И есть серьезный прогресс. Я сбросил 300 кило. До этого я взвешивался, был 77 килограммов ровно, вот, и 75-600 сейчас, вот, так что уже прогресс налицо, вот, что не может не радовать. Вот, сегодня походил мало, вот, очень мало, вообще у меня как бы 10-ка стоит, но... Сегодня просто целый день метет снег, и очень трудно было ходить. 17 720 шагов. Вот, а на улице минус 7. Но, тем не менее, целый день идет снег. Вот. Завтра 6-й день. До завтра.